не особо отдавать сопернику. Щетинин, но только я это сказал, тут же потеря и возможность в быструю атаку убегать. Офицеров вспомнил, что он еще и немножечко Усейн Болт. А здесь столкновение, мяч у Спартака, остается Гайдук, момент! 2-1! Он заслужил этот гол! Он, как никто другой, этот гол заслужил. Сергей Гайдук забивает второй мяч для своей команды в этом матче, выводя Спартак вперед под самый занавес этого тайма и забивает свой первый гол в этом сезоне.